Скорее поздравляйте нас. Теперь мы покрываем столы лаком в своей малярке. Проникающее покрытие масло-воск – это, конечно, хорошо, натурально и приятно, только вот не всегда защищено в нужной степени. Поэтому для некоторых задач нужно, конечно, использовать пленочное покрытие, то есть лак. Например, с эффектом дерева, как в данном случае. Не сказать, что первый блин комом, но есть что обсудить.